Всем доброго времени суток. С вами Свет Небесной Жизни, и компилятор меня не послал. Отлично, он сохранил код. В общем, да, ребят, все, кто смотрел мое предыдущее видео, все прекрасно помнят, что я проиграл, но я чуть-чуть окупился, потом начал на 50 играть и решил, что на 50 более выгодная тактика. Сейчас мы будем разбирать и тот, и другой метод. Я скажу, какие средние показатели были у меня в прошлый раз, и буду именно их брать. Окей. Значит, сколько нам? Давай для начала возьмем мою тему. Когда у нас 6 попыток, и это начинаем мы в CoinFlip играть с 50 золота. Ой, с 50 долларов. Выглядит это так. Мы сейчас скажу. Так, мы берем 50 долларов, потом... если мы проигрываем, то добавляем еще 50, выходит 100. Потом к сумме проигрыша 150 добавляем еще 50, выходит 200. Выходит 350, добавляем 400, 750, добавляем 800, и 550, добавляем еще 50, выходит 1600. То есть всего 6 попыток у нас суммарно выходит. Но мы поднимемся в общем около 50 голды, теоретически. Есть еще вариант, когда мы начинаем со 100 долларов. Потом ставим 200, если проигрываем, потом 400, потом 800 и 1600, или 1700. 1700, да, 1700 ставим, все верно. Или, погоди, 600, 700 здесь, 1500, да, 1600 мы ставим, все верно, 1600. Вот, и я сделал программу, которая высчитывает, скажем так, и то, и другое. Давайте сделаем сначала мою тактику, а именно 6 игр. И количество... Ой, 6 попыток, и игр будет 100. Так, ищем исключительно лузы. Это когда мы будем полностью в проигрыше, когда мы проиграем вообще все. Угу. Надо было бы, кстати говоря, создать отдельно код, который будет выводить нам на экран full проигрыш и full выигрыш, ну, хотя бы даже full проигрыш. Так, 34-я одна победа. Под самый конец. Но, видимо, в моем методе довольно-таки много побед. То есть исключительно поражений. Тут здесь реально мало. Потом чаще. Вот-вот. 55-я игра, это одно поражение. Дальше. 64-я, еще это уже две игры. Две игры, да? Окей, ладно, давайте возьмем за... Я буду так писать «моя». «Моя». Две игры. И тактику, которую нам предлагали на видео на ютубе. Она была более выгодной. И заключалась в том, что мы играем 5 игр до 1600. Ну, потому что у меня просто больше не было. 5 игр. Так, 5 попыток. До сколько это было? Ну да, 1600 и 100 игр тоже пробуем. Теперь ищем лузы исключительно здесь. Потом высчитаем, сколько мы можем заработать и на том, и на том. Так, 1,59. Берем первое среднее, что попадется, потому что я не хочу долго это дело видео затягивать. Хорошо, 2-2. Ну, допустим, сойдет. Но, окей. Теперь давайте посмотрим, сколько мы сможем заработать, если мы будем играть методом плюс 100 и методом плюс вот это дело. Ох, получается, сколько там было? 100 попыток, да? И как мне это считать? Получается, первое, это мы берем... 100 умножаем на 98, 9, так, 9800, минус то, что мы проиграли, 1600 на 2, 3200, да? Ой. Ну да, получается 3200, получается 9800 минус 3200, итого мы получаем 6600, это то, что мы получили суммарно, да? Играя на
100 баксов, да. Получается, и если мы сделаем также с моим, это 50 умножить на 98, 4 900, минус, сколько там было? Минус 3, 8. Я туплю. Минус 3 600, да? Так, 4 900, минус 3 600. А, или там другая цифра выходит по итогу. Блин, сколько мы ставим по итогу в конце? 1600 и здесь 1500. Я туплю? Ладно, окей, хорошо, я туплю. Да, действительно. 1600, 1300 мы получаем, если мы ставим 50 баксов. Короче, да, получается, чем больше мы ставим, тем больше мы выигрываем. Вот такое я решение сделал. Окей, хорошо. Прикольно, прикольно. Блин, ну, такое себе. Ладно, хорошо. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Я надеюсь, хоть что-то, кто-то что-то понял. Если нет, можете посмотреть мое предыдущее видео, но я пока сыграю на 50 баксов. Потому что я 50 баксам больше доверяю, чем 100. Знаю, можно больше выиграть, но мне хочется больше попыток иметь все-таки. Тан-тан-тан-тан-тан. Так. Я надеюсь на лучшие, братцы. Надо главное мне не абабабам. Почему, кстати говоря, 5 попыток? Ребят, ответ прост, 5 или 6 попыток, потому что 1600 и вот дальше, то есть 1200, вернее, 2000, да, это те цифры, где можно очень сильно сократить, скажем так, ставку. То есть вы, допустим, рассчитывали выиграть 100, а человек взял, поставил на самое минимальное, что только можно было, и вы такие, я в ноль ушел, круто. Поэтому далеко идти нет смысла. 1600... Это, ну стоп, 1500, да? Да, 1500 это если вы играете со ставкой в сотню изначально, и 1600, если вы играете со... 1650 вроде даже. А, нет, да, 1600, если вы играете со ставкой начальной 50. Все. Окей, все. Сейчас я нажму, когда уже будет сама игра, и продолжим. Короче, ребят, ждал я, честно говоря, минуты 3. Вообще никого не нашлось, поэтому... Давайте мы сделаем по-другому. Начнем все-таки с сотни. Не особо бы хотелось, но, видимо, выбора у меня нет. Мешаете. Так. Сотня. Ну, да, тут разброс больше по деньгам, проще вклиниться. И пушек больше, чтобы... Приветствую вас, друзья, меня зовут Сергей, и вы находитесь на... Извините. Окей, ну я и не удивлен, как обычно, конечно. Знаете, как говорится, на программировании это одно дело, ну, но на практике это вообще все по-другому. Так, сейчас 200, да? Да, 200. Хотя надо было другое делать, ну да ладно. Чё-то я... Погодите. Тупанул я, что ли, или как? 200, 190. А, типа, мне предлагают. Я понял, давай. Без проблем. Окей, хорошо. Мы выиграли только что 100 баксов. Отлично, меня все устраивает. Дальше. Хотя, знаете, я думаю, пример понятен, что я имел в виду. Короче, ребят, спасибо за просмотр. Я не знаю вообще, помогло это вам или нет. Просто объяснил, что чем больше вы ставите, тем больше вы по итогу получите. Но, сами понимаете, где-то есть какой-то определенный порог, где это все заканчивается. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока, всем добра.